Есть. Пятый игрок. Реко. Рико. Не знаю. Ну, по идее, этот парень неплохо должен играть. Спирит. Седьмой. Спирит. Есть. Восьмой. У нас Painkiller. И восьмой Painkiller. Painkiller. Есть также здесь. Ребят, сейчас 10 минут раунд тайм. Главное, поставит наш судья. Лимит времени 10 минут. Да, второй полуфинал. Я говорил, что будем играть не 15-10, а просто... И тоже до первого выстрела, да? Да, оставляем до первого. В финале будем голосовать, какое повреждение ставим. Здесь же до первого выстрела. Карта будет другая. Не знаю, что там приготовил наш судья. Гараж. Каждый сам за себя. Карта гараж. Ну что, все готовы? Понеслась? Нет, еще не все. Сейчас, ну нам стартанут. Мы увидим. Мы увидим, когда будет старт. Так, 8 человек я отложу. И последние 4 финалиста сейчас определятся. После этого пойдет финал и награждение турнира в номинации в дисциплине Resistance 3. Турнир, который организован компанией GameStop совместно с Киев Киберспорт Ареной. В интернет вещание ведет портал CyberArena TV. Ну, если говорить о стриме, друзья, у нас по-моему, с 8 уже начинается Counter-Strike и ближайшие 2 дня чемпионат Украины по компьютерным играм. Все, мы поехали. Все, понеслась. Удачи командам. Игра начнется через 1 секунду. Карта гараж. Давайте смотреть за гаражом. Что это у нас? Пенсильвания. Окей. Будем смотреть на Пенсильванию. Поменяли игроков, теперь будут химеры. Ага. Теперь играют скином химер. Сейчас, если прошлый финал играли люди, то сейчас играют за расу химер. О, какие они вредные, посмотрите. Пошел первый фраг такой в спину, очень удачный респаун был. Посмотрим, что у нас у игрока. Довольно темный гараж, страшная карта, страшные химеры, ночной бой. Ну что, давайте смотреть. Ну что ж, сейчас найдем и узнаем еще 4 лучших стрелков на гараже. Не знаю, конечно, может быть, кому-то повезет. Ну, опять же, этот турнир везет сильнейшим. Тот, кто лучше был подготовлен к джойстику, я думаю, тот и покажет сегодня лучшую игру. Ну и кто по ходу турнира смог приспособиться к новой игре Resistance 3 на PlayStation 3 и не побоялся принять участие и прийти в Киев Киберспорт Арену. Акции совместно с компанией GameStop проходят довольно часто. Очень классный призы, классный турнир. И, конечно, нам все это дело очень должно нравиться. Особенно участникам. Особенно тем, кто выиграет сегодня призы. Напомню, за первое место вы получаете PlayStation 3, за второе PSP. И за третье, по-моему, у нас будет издание Resistance 3 коллекционное. Ну что, довольно интересная карта. Здесь есть здание несколько... где можно по крышам бегать, снизу прятаться. Ну, в общем, довольно веселая карта. Скины химер, в принципе, ничем таким жестким не отличаются. В общем, все как надо идет. Давайте смотреть за боем. Посмотрим, сколько у лидера у нас. Уже 14 фрагов у нашего игрока. 5, по-моему, пока. Ну, увидим. Возможно, он очень быстро привыкнет. Хороший фраг, делает минус, 6-й, 7-й, очень неплохо, давай дальше, не останавливайся ни на секунду, не бегай по открытой местности, всегда за спиной сбоку должна быть стеночка, чтобы вот, ой-ой-ой, чтобы тебя со всех сторон не обстреливали. Вот спина, ну, мочи, есть минус, хорошо, можно догнать лидера, надо быстрее действовать. Много-много фрагов на этой карте, я смотрю, даже за 15 минут успеют сделать. Небольшая карта, повеселее, по-моему, чем Бродвей, ну, давайте смотреть.
много уличных перестрелок. Не забывайте использовать бег, гранаты, щиты, бонусы различные, оружие разное. Все тут есть. Приседания и тому подобное. Продолжаем смотреть, у нас есть 6 минут 20 секунд до конца. Как бы время еще есть. Смотрю за всеми игроками, но здесь активный такой бой идет, очень плотный. 29 у лидера, 30 у лидера, 31. Вот здесь первые, вторые места, очень справа два парня, они пока что лидеры этого боя. Очень ровно идут, 29-32, 33. Ну, пока что пейнкиллер у нас тот самый жесткий на районе, и в этом дезматче он идет первым. Но все может измениться. Всего лишь 4 фрага отрыв, тут за долю секунды. Там 2 неудачи какие-то, и все. Все, тебя обогнали. Поэтому по максимуму все играют, стараются изо всех сил. 5 минут 37 секунд до конца. Продолжается второй полуфинал. И всего 8 игроков смогут сразиться в финале. Методом голосования мы определим, кто же... Точнее, какой будет дэмэдж давать оружие, какое повреждение. То есть будет ли это вырубание с одной пули, как сейчас играется полуфинал. Будет ли это минимальные повреждения, как мы играли первый дезматч. Либо сделаем что-то среднее, там с 3-4 патрона, один в голову. И я думаю, это самый оптимальный формат. Но посмотрим, как игроки проголосуют, как они захотят играть финал. Наверное, в финале мы сделаем, не знаю, либо 10, либо 15 минут, посмотрим. А, нету третьего варианта, да. Ну, опять же, либо с одной пули, либо дискотека. Ребята сами проголосуют. Как нам играть? Конечно, на джойстике мы видим, что, да, не все так идеально наводятся, когда можно сделать на мышке. Но есть такие игроки, которые умеют на джойстике очень четко играть. Но, опять же, игра новая. Вчера только вышла, и сегодня все пробуют первый раз. Понятное дело, что мы наблюдаем не самые отточенные движения, там не самые точные попадания. Но это... Знаете, приходит со временем, там, практика, 1-2 недели, и вы уже очень четко играете на джойстике, знаю на собственном опыте. Что, у нас еще есть время, еще идет бой, 4 минуты остается, каждый сам за себя на карте гараж, все играют друг против друга. После смерти респаун идет через 1 секунду, то есть вы появляетесь заново на карте на каком-нибудь месте. Ну, как бы все понятно, я думаю, игрокам не стоит говорить, что такое дезматч, бой насмерть. Каждый сам за себя. Хотя, вот, знаете, конечно, я думаю, тут, опять же, полностью мы вам игру не показали. Здесь есть такое понятие, как командный бой, там, 4 на 4, 5 на 5. Я думаю, это тоже очень интересная штука, потому что нужно друг друга прикрывать, там, помогать, держать позиции, удерживать. Командный бой тоже очень яркий, и советую всем попробовать. Советую поиграть в Resistance. Обращайтесь в компанию GameStop, сайт GameStop.com.ua, там все есть. Все, что связано с PlayStation, игры, PlayStation, я думаю, все аксессуары. Пока что продолжаем смотреть за вторым полуфиналом. У нас 3 минуты 10 секунд до конца. Лидер не меняется, 54 фрага. Второе место также не меняется. Я сейчас посмотрю, кто у нас третий и четвертый, кто пока что попадает в финал. Да, вот здесь вот парень на третьем месте, 46. Он близок. И четвертое. Вторая, точнее, PlayStation, четвертое место. Пока вот эти парни, 4 топ-4. 4 топ-4, ну такое. Только 4 игрока из 8 пройдут дальше. Парни, смотрим свои экраны. Можно, конечно, и палить соседей, но я думаю, здесь настолько все быстро происходит, что лучше вникать в то, что происходит на твоем экране, особенно с режимом «одна пуля», конечно, тут все сильнее. Да, на самом-то деле есть щиты, есть
фишки, благодаря которым вас не вырубают с первому патрону. Вот щит, он очень помогает. Вы неуязвимы во время щита, но он очень быстрый. Поэтому его нужно использовать вовремя. Плюс еще есть автонаведение, есть подсветка врагов. Там, ну, много, мы еще до конца всего не знаем. Ну, давайте смотреть. Это вообще какая-то невидимость у человека. Посмотрите, вот это да, он невидимый. Иди сюда, ой, какой жесткий. Вообще, опа, исчез. Пули. Главное, вот что пуля дура, так что лучше не ходить по дорогам, где идут перестрелки. Да, вот-вот. Только-только увидели, сразу же выстрел был. Две минуты, бой идет. Вот, кстати, смена лидеров. Первые, вторые места поменялись сейчас местами. У нас 60 и 66 фрагов. Эти парни стоят рядом и борются друг за другом. Точнее, пытаются догнать друг друга, борются друг с другом и очень неплохо идут. Не знаю, поменялся ли там третье-четвертое место, но еще есть время попасть в финал. Так, что у нашего игрока на плазме? Давайте посмотрим. Он восьмой. На восьмом месте. К сожалению, да, парню не так везет. Ну что, пока что бой лютый. И на самом деле там отставание там в 1-2 фрага существует, поэтому все сейчас решится на последних секундах. Минута, 2 секунды. Ребята, последняя минута, всем собраться и использовать все, что есть сейчас нужно. Да, пока что первый PlayStation, к сожалению, не тащит, он на восьмом месте. У нас второе место с первым по-прежнему соперничают. Очень рядом идут, отставание небольшое. 7-6 уже фрагов между игроками. Восьмая, седьмая плазма, наверное, их уже не догнать. 25 секунд до конца. Я быстренько посмотрю, кто там третий и четвертый. Вот здесь уже парни на четвертое место сместили, да, здесь. Ну, третий и четвертый тоже поменялись местами, но первая четверка пока не меняется. Пока все те же на манеже, и мы, значит, по-моему, через 8 секунд узнаем, кто прошел дальше. Ребята, как только появится счет, ничего не трогать. 2-1-0. Все, смотрим на результаты, поздравляем победителям, кто топ-4. Ну, я знаю, что парни справа двое точно прошли, один из них пейнкиллер. Вот здесь есть счет, давайте я посмотрю, кто там первый. Вот два парня, 7-й, 8-й. Вам все равно придется играть, поэтому далеко не уходите. Посмотрите, мы выберем ваши анкеты и отберем вас в финал. 4 человека. Сюда, ребят. Да, 4 проходят. Вот 4 человека. Вот я привел 4. Так, это первое место, парень. Под ником Spirit. Спирит, оставайся здесь. Я думаю, ты нам здесь понадобишься.